have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки. Привет, привет. Не меня убили? Нет, не меня. Хорошо, можно продолжать говорить. У нас итак, тут вторая часть бестселлера. Или же Breaking Point, вторая часть. Два. А кто убивает? Не блин, знаю. Меня хотели убить. Я думаю, это кошка девочка черная. Явно хотела меня убить. У нее пистолет не сработал. Что, блин? Черная кошка девочка, которая рядом с тобой, видишь? Почему ты все думаешь, что это Слаг? А вдруг это и был Слаг? Нет. Всем привет, друзья. У меня просто сегодня небольшой пинг. Чуть-чуть, совсем капельку. Появился на катке, когда тебя уже убили, а так все хорошо. Почему я просто убили убийцу? Кто был убийцей? Давайте посмотрим. Кричишь за свет, да? Нет. Да? А что с игрой? О, нас закинули на елку. И закончили. Зато мы на елке все. Это ж круто. А как можно чат убрать нафиг? Ладно, потат. Итак. О, привет. Че, где? Кто руками машет? Так. Я не знаю. Слаг, у тебя такая улыбка, ты бы лимончика съел. Ай. Горячая картошка. Сигма, молодец. Ты бы картошку передавал. Я... Это, овощ, мне пишут. Ай, блин, меня чуть взрывом не задело. Это тупая горячая картошка. На, держи, дружище. Он, по-моему, тупо промазал в конце. Блин, горячая картошка, кстати, это то, чего не было. Тут много чего не было. Тут есть появились и догонялки, и резня, и горячая картошка. О, классно. Не смейте на меня это все скидывать. Конечно же. На. Ну, наконец-то. Этого чувака рвануло. Умри! Специально часы кота поймет. Куда его? Врум, я с тобой передаваться буду. Давай. Я знал, что я победю. На. Я выбираю себе одну цель и пытаюсь его закликивать максимально, потому что пока ты целишься в кого-то, картошка у тебя в руках, а так ты бах, и убил его. А! Пока что уничтожение идет нормально. Максимально упорото, по-моему. Блин. А что, не будет ножевого файта? Капец, почему я? Да блин, как... Да можно было подгадать или нет? Да, по-моему, на рандом. По-моему, нет, макаронка вообще читер. Не, ладно, она не читер, но... Она уже выигрывает третий или четвертый раз, какого фига. Макаронка, а все... что происходит? А где все мои плюшки из Breaking Point 1? Они остались в один. Один до сих пор функционирует, если что. Оу. В первой части, кстати, сидит ровно столько же людей. 3500, поэтому... Да, давайте вот это... Объявление для макаронки. Заходи к нам в Discord-сервер. Нас мало людей. Так, бабуина убили. Следующий... Я думаю, что это все Слаг убил. Давайте про него. Какой голосуем. Слаг убил? Ты выбираешь пару, с кем файтиться. А, ну тогда давайте KFC выберем. И съедим его. Объявление для макаронки. Объявление для макаронки. Приходите к нам срочно. Если вы оставите меня сражаться, это будет подстава, я чипсики кушаю.
Давайте его выберем. Да-да-да-да-да, давайте освежим человека, вытащим его из чипсиков, так что... Зубы пошел дальше чипсики кушать, какого фига? Теперь Слага, потому что он взял и поставил Слаг. Нет, надо макаронку убить. Стигму. Да. Капец. Ты немножечко не так понял, мы не в подарки играем, ладно. Девчонку и Эмма. Я не понял, почему я ее бью, а она... Я не... Я не туда побежал, я думал, я ее бью. Хорошо, то, что меня избегают. Пофиг, буду писать. Хорошо, что тебя избивают, да, это неплохо. Сейчас лягу. А это что было такое? Где? Так, сейчас я посмотрю. Ты еще снеговика нацепил на себя, ну-ка посмотрим. Ты должен макаронку... Это вырезать надо. Я вас сейчас сожгу. Офо. Хватит жрать на серии. Вы имеете просто. Я теперь тоже хочу. И я. Ну блин, ну что ты наделал? Я могу еще это хуже все за делать. Тебя. А я могу еще хуже сделать. Не хотите? Надо. Не надо, нам ну, нормально. У нас тут и так макаронка. Эй, вот. Серьезно? Макаронка. Ты что, метаешься? Ты что, метаешься? Ты что, блин, икру метал? Да ну, я не хочу сражаться с этой мартышкой, обезьяной. Уйди. Сказал тигр с тигром. На нее нападаешь, она убегает. Когда я убегаю, она на меня нападает. Это ну, это hit and run тактика, ты че? Она еще и выиграет, зырь. Да? Но. Проститутка. Не говори такое. Шлюпка. Извиняюсь, я хотел сказать женщина легкого поведения. Ночная бабочка. С мамзелями и профурсетками. Так. Поехали. Итак, critical round. Два. Ох ты ж, ё. Два х... Кто ей дал пушку первой? Какой фиг? А он еще не сработал. А, пушка не сработала, но хотел убить кого-то. Так, мы все четвером должны ее убить. Именно так. Эй, потише, нет. Потише. Почему мы в обратном? Ну, я примерно немножечко предполагаю, почему, но ладно. Все, миссия выполнена. Это нацизм в таком случае. Не смей. Так, мартышку я прибью. Это социал национализмус. А почему это у Слага микрофон на никнейме? Ну The ладно, gun это... with one bullet. Мы отстреливаем ту часть стола или что? Кто знает. Моего соседа грохнули. Кого из этих улыбчивых надо пристрелить? Блин, у улыбчивого пистолет. Зачем я про него... А? Почему у нас весь ряд улыбчивый такой? Нет. Ну, видимо, да. Офигенно! Офигенно просто! Единственный шанс, который у меня был, кого-то пристрелить, естественно, у меня пушка не сработала. О, спасибо, этого чувака застрелили. Ах-ха-ха-ха-ха. И этого чувака застрелили. Ах-ха-ха. Так... Да, ладно. Ладно, это, кстати, было не особо обидно. Обидно, но не особо. Поехали дальше. Ряд улыбчивых, кстати, да. Ох, тут там коробочки открывают. Тут можно коробочки открывать? Я не знаю. Чего, блин? Я! Что это такое? Это дуэль. Это дуэль. Фига. Есть такое. Сейчас я покажу тебе писателя. Ты разворачиваешься или тебя автоматически разворачивает? Стой! Некуда бежать, негде прятаться. Ты в ритме танца, тебе некуда деваться. Хорош. А вы тоже просто с памяти? Да. Я еще ни разу не стрелял. Я хорош.
Тебя разворачивает автоматически? Да, вроде. Ну я хз, я так и не понял, я просто спамил на противника. Хорошая идея, слушай. Я даже не успел развернуться, я понял. А я на реакции. Откуда у меня реакция, люди? Вы чё, если бы у меня была реакция, я бы на этом зарабатывал. Я бы так, в киберспорте давай. Был. Какая реакция? Хорош. Изя. Автокликер мбак. Шучу, я своим пальчиком. А, здесь кулдаун, здесь кулдаун. Ну вот как-то да, он, видимо, и сработал. О, давайте, два самых пернатых. Да KFC проиграет. Нет, KFC сегодня мстит за всех убитых курочек в Кентукки. Так, застрели его. Да не, ну KFC выиграет. KFC выиграет. Я жму. Как бы это ни было печально. Давай, курица. Да, курица. Я не знал, то, что меня вообще бит выиграет. Это не курица на самом деле, это что? Это качка. Это утка. Чувака зовут утка, он прикидывается курочкой. Вот он, блин. Обманщик. Пак-пак-пак-пак. Флагист. Ну, давайте еще парочку каточек сгоняем. Ждите новый объект на орбите, я не знаю, с такими чипсами. Я к утру влечу просто. Ты чё сражаешься? Я не понял, почему меня еще первым кинули. Ты зачем убил Фрума? Как так ты мог? Не, там все нормально, как бы я просто не понял, что происходит. Убей богатенького. Речи. Ешьте богатых, не убивайте их, просто ешьте. Вообще мне будет выгодно, если меня не будут выбирать до самого конца. Оба, какой-то гайки. Ужас. Почему, ребят, у вас динамики рядом с никами написаны? То есть вы что? Я не знаю. Это у вас динамики. Потому что я могу сделать вот так. Потому что можем в Роблоксе же проехать. Между собой, потому что друзья, типа, да? Я понял. Нет, потому что мы подтвердили то, что мы совершеннолетние нет. Нам по этот. Чего? По голове давали. Тапкам. По 14 лет нам. С 14 лет. Я нифига такого не подтверждал. Может быть, мне нет 14. Какого фига? Там паспорт нужно прикрепить. Я ни разу ничего такого не делал. Мне 14 лет, кстати, да. Спасибо, омолодили. Я же не сказал, сколько раз 14 лет мне уже исполнялось. Блин, я случайно замаскировался. Тим. Стигма, это Висфор, это Слаг, Тим. Бей я бабу. Я перевернулся и лежу. Наелся и спит. Я не могу мумию убить. У меня что, есть свои тиммейты, которые я бить не могу? Зато я могу общаться с солнышком. Я в тепла кидал ножом, ему было насрать. На самом деле, у джаггернаутов, у них много жизни. По мне ударили 6 раз, пока убили. Джаггернаут. Чё? Ну, типа, я прирезал пол карты, пока меня замочили. А, last player standing. Это стульчики? Музыкальные стульчики. Стульчики. Я хочу сесть сразу. Садись. А, курица! Курица, не птица! Курочка. Им нужно будет сражаться за чейр, стульчик. Стуфтик. А чё они не бегут? Я не знаю, баги, дром. Ой, вот эта музыка, она обалденная, кстати. Тим затормозился об стул. Меня просто автоматически усадило в стул. Уйди от стула, слышь. Ого, я тебя прибью! Я тебя задушу! Я не хочу только на этот розовый стульчик садиться. Вспомни Евангелион. Нет. Да какой ужас. Хватит, игра, пожалуйста. Тебя сейчас блеванет? Я чипсик, я эти кушаю. О, кружочек.
Сражайся. Убей чувака в дисгайзе. Чаплином. Что? Я не верю, что я его не убил. Главным носом тебя убил. Чапли Чарлин тебя убила. Почему меня вперед не... Ладно, теперь работает. Ладно. Я отстоял свое место посидеть. Ладно. Дальше. Почему стулья так неравномерно исчезают? Меня постоянно оставляют на том месте без стула. А ходить можно? Я не знаю, можно ли. Ты скажи. Я не хожу... Ой, блин. О, кстати, Свак, расскажи им, какую фигню я один раз занимался недавно. Прям недавно-недавно не надо. Не-не-не, несколько дней назад. А, тогда ладно. Ну... Нет! Нет, я не хочу. Там у меня кнопка не работает. Ну хотя ладно, это был честный выигрыш. У меня шестлок. Так. Давайте. Офигенная музычка. Музычка реально классная. Давайте. Он убил наших всех! Не... А, теперь уже да. Почему тут есть тип, который очень медленно ходит? Нет, тут это баги, кстати. Наверное. Не-не-не, это тоже баги. Он с телефона, по-моему. Кстати, возможно. Итак, финал. Фига, просто нашло не выйти. Ладно, чикен-чикен. Виннер-динер. Думаю, ребятушки, на этом будем заканчивать. Я рад, что мы смогли прийти сюда, посмотреть вторая часть Breaking Point. Я хотел чуть ли не сказал Breaking Bad. Вот. Ну, ладно, пишите, что вы думаете. Очень интересно ваше мнение. Добавили много интересных мини-игр. Не надо меня затаскивать в новое, ладно. Все, ребятушки, думаю, на этом все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем оладушек. Нам нужно варить Джесси. Джесси, всем пока. До свидания.